Уважаемые братья и сестры, с горечью в сердце слежу за последними событиями в любимой отчизне. Больно смотреть, как молодежь, наша надежда и опора, бездумно подвергает себя риску. Обидно, что рискуют они своей жизнью и свободой не за те идеи. Слава Всевышнему, наша жизнь сейчас по сравнению с прошлыми поколениями в материальном плане гораздо лучше. И мы не должны забывать о самой главной ценности, которая есть у нас. Это мир. Так зачем же рушить его своими руками? Его надо беречь и укреплять. Некоторые ругают правоохранительные органы, но ведь они встали как раз на защиту мира и покоя в нашей стране. Люди в погонах защищают нас и от террористов, и от нарушителей порядка, и от зачинщиков противостояний. Это их служебный долг. Долг перед народом, перед Родиной и перед Богом. Дорогие друзья, будем благоразумны, дабы не лишиться главной ценности, которая у нас есть.